Всем привет! Сегодня я покажу вам рецепт, который любят все домохозяйки. Все, кто любит быстро, качественно и очень вкусно готовить. Минимум подготовки, чуть-чуть запекания, и у вас готово это блюдо. Нам понадобится 0,5 кг очищенного картофеля. Берем картофель очищенный и подрезаем не полностью. Делаем вот такие красивые пластинки. Вот такая вот классная картошечка, видите, она как колода карт каких-то. То же самое проделаем с оставшимся картофелем. Делаем вот такие вот красивые надрезы. А теперь сделаем вкусную заправку, чтобы это был не просто картофель, а восхитительно вкусный. Для картофеля, который мы уже нарезали, нам понадобится 1 головка чеснока. Обязательно не переключайтесь, я в конце скажу, для чего он нам нужен. Прямо вместе все маринуем. Добавили паприку копченую хорошенечко. Добавили перец черный молотый. Теперь добавим соли. Добавим растительное масло, чтобы это все красивенько у нас разошло. Видите, картошечка уже имеет крутой цвет. Взяли вот такой вот кориандр. Целые зернышки. И начинаем его крошить, чтобы он был максимально свежий и отдал свой аромат. Теперь это все хорошенечко перемешаем. А в конце я добавлю супер ингредиент, который сделает это блюдо еще вкуснее. Поэтому не переключайтесь и смотрите ролик до конца. И еще маленькая просьба. Если вам не сложно, поставьте этому видео лайк, если вам нравится. А я думаю, что он вам очень понравится. И подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Заранее всем огромное спасибо. Ребят, буду запекать на пергаменте. Поэтому не принципиально, можете даже фольгу брать. Обязательно сверху остатками полить наш картофель. Остатками маринада, конечно. А теперь ставим запекаться при температуре 180 градусов. Запекал 1 час. Помните, мы запекали чеснок, теперь он понадобится для приготовления вкуснейшего соуса. Берем этот чеснок, который запекали. Теперь мы возьмем с чеснока вот эти все зубчики и выдавим вот это все пюре, которое запекалось из чеснока. Пюре из чеснока, вот видите, оно прям хорошо так выдавливается. А теперь в готовое пюре из чеснока добавляем хорошую 1 столовую ложку меда. Друзья, ни в коем случае мед не добавляйте перед запеканием, иначе мед выделит неприятный и неполезный для человека канцерогены. Поэтому, ребят, кушайте безопасно. Добавляем последний ингредиент, черный молотый перец, наш мед. Перемешиваем и поливаем. Поливаем сверху нашего картофеля, тогда он придаст ему просто сумасшедший аромат. Будет восхитительно. Сладости от меда, чеснока, печеного и перца просто фантастическое. Сверху добавляем свежую зелень, у меня это петрушка. Ну, мне кажется, это самый лучший вариант, потому что укроп не совсем уместен к печеному картофелю. Укроп можно дать в отварной, мне кажется, да? Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Друзья, пробуем медовую феерию, я бы так это назвал. Почему? Потому что мне нравится такое название. Сын мой сказал, что это вообще на чипсы похоже. Попробовал, говорит, блин, круто. Боже, это восхитительно. Мой любимый оператор, попробуй. Это безумно вкусно. Реально. Маска, я не шучу. Класс, хрустит. Мягкая внутри. Класс. То, что надо. Эта вкуснятина зайдет как на каждый день, так и на прекрасное ваше мероприятие. Я вас всех люблю, вам хорошего настроения. Всем пока!